15 февраля в администрации станицы Северской состоялась рабочая встреча. На ней присутствовали исполняющие обязанности главы северского поселения Марина Чернова, депутаты и жители. Главной темой для обсуждения стала ситуация по уборке снега с территории поселения и последующие подтопления. Жители выразили недовольство уборкой улиц во время снегопада. Марина Чернова объяснила, что в поселении необходимой техники попросту нет. Средств на покупку машин в бюджете также недостаточно. Администрация заключила договор на расчистку от снега с ДРСУ, но организация не смогла выполнить работу надлежащим образом. Если бы ДРСУ нам предоставили технику и взяли бы на себя центр, то, конечно, у нас освободилась бы техника, пусть она бы не так качественно бы провела работу, но она была бы переброшена на, я называю это, как второстепенные улицы. Обсудили и последующее подтопление улиц и некоторых участков. Особенно интересовал жителей вопрос, какие меры принимаются для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Марина Чернова подчеркнула, что поселенческая администрация принимает все возможные меры в рамках своих полномочий. Некоторые вопросы будут решаться на уровне муниципалитета.